¿Qué es el marsastre? Ой. Сопа руса, типика, ремолача. Красота какая. Ребят пригласили. Все. Вон, котлетки с пюрешкой. Русакамида. Салатик там еще. Слушай, подожди, а чего их два вида? Разные? Нет, это просто я ребенку делала. Это свеженький для нас. Сейчас покушать. Обалденно. Сейчас будем пробовать. Присаживаемся за стол. Сегодня у нас русский обед. Смотрите, как красиво здесь у ребят, у Маши. Все прям по-настоящему, по-нашему. Como en español, almuerzo de Rusia. Almuerzo ruso, sí. La sopa típica. Красота. Сегодня ребята позвали в гости на русский обед. Сейчас буду пробовать борщ. Смотрите. Все по-нашему. Прям такая ложечка деревянная, тарелочка. Единственное, сметана здесь у нас немножко другая, местная. Вкуснотища. Котлеты еще. Салат. Вот хозяйка сама. А, я не знаю. Сейчас пробуем котлеты еще. Котлеты очень вкусные тоже. С салатом и с пюре. Куда бы мы без пюре, конечно же. Пюре, ну больше. И птичка тоже просит. Обед заканчиваем кружечкой местного капучино. А, вкусно. Хуан Вальдес.